Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Mini Daisy. Добро пожаловать, выживший, вы оказались заблокированным на небольшом острове. Ваш единственный шанс добраться до другого — найти лодку. Так, передвижение с помощью джойстика. Ну, посмотрим. Нет, ребята, нифига, джойстик здесь не работает. Так, и передвижение касанием проведения пальца. Так, давай, наверное, джойстика выберем. Так, хорошо, выберите режим управления. Слушай, а где джойстик-то сам? Я не пойму этого дела. Ну-ка. А, вот же джойстик. Ё-моё. Так, ладно, ребята, секундочку. Надо тут поднастроить это все дело. А ну-ка проверяем. Ну что же, вроде бы все нормально работает. Побежали. Что тут вообще есть, ребята, а? Ничегошеньки, абсолютно. Ох, у нас тут, оказывается, есть. Ну, ХП, понятно, тут еще жажда, еда. Причем еще даже температура. Хм. Ладно, мы это учтем. Эй, это похоже на добычу. Подойди поближе, чтобы подобрать. Где добыча-то, я не понял. Вижу здесь какой-то хлам. Так, консервированные бобы. Используйте кнопку взаимодействия, чтобы подбирать предметы и взаимодействовать с окружением. Хорошо, давай возьмем. Здесь вы можете рассмотреть все предметы, которые вы подобрали. Ага, в рюкзачке. Понятно. Консервированные бобы съесть, типа. Ну, давай, предположим, съедим. Что ты мне показываешь, я не могу. Я съел консервированные бобы. Да все понятно, елки-палки. Что ты в самом деле-то уже туда-сюда кликаешь? Ладно, ребята, бобы мы съели. Вроде бы как аппетит у нас приутих. Давайте рыскать с вами дальше что-нибудь. О, я вижу здесь такси. Заброшенная машина. Вы можете поискать добычу в багажнике. Для этого нужно подойти поближе к машине. Ну, это понятно, ребят. Можно было бы и не объяснять именно вот такие вот мелкие детали. Давай глянем. Я нашел кое-что в багажнике. Бутылка с водой. Ну что же, это хорошо, ребята. И это уже говорит о том, что мы с вами от жажды не умрем. Это однозначно. Смотрите-ка, мы забежали с вами в город. Это кто у нас тут? Смотрите-ка. Впереди зараженный. Атакуй его. Подойди поближе, схватка начнется автоматически. Даже так. Хорошо. Подойдем. Эй. Я чувствую, как теряю кровь. Подожди, мне же нужно, наверное, бить его. Похоже, у вас кровотечение. Найдите бинт или разорвите свою футболку на тряпки. Я чувствую, как теряю кровь. Так, а я могу вот его облапать? Облапать, обшмонать, конечно. Погоди-ка, я не врубился нифига, ребята. У меня потеря крови, надо футболку мне разорвать в хлам. А как? Порвать на тряпки? Черт подери, вы серьезно, что ли? Перевязаться? Ай, ядрёно ты вот. Я надеюсь, это поможет. Кровотечение остановилось, я чувствую себя хорошо. Зато, ребята, мы теперь без футболки. Но это лучше, чем порвать штаны. О, смотрите, тушенка. Я взял, да, я взял тушенку. А это что у нас такое? Похоже дело на кровать. Короче, ладно, здесь нам нечего делать. Машина, багажник есть? Багажник есть, давайте глянем. Я нашел кое-что. Что ты там нашел, блин? Спрайт, что ли, какой-то? Или что это такое? Так, надо глянуть, что это у нас. Что это такое? Тушенка, выпить. Да, действительно, это спрайт, ребята. Так, также у нас, смотрите-ка, что есть. Мы можем найти с вами шлем, можем найти футболку, бронежилет, перчатки, рюкзак, по ходу дела, да, или что-то такое. Автомат и пистолет. Вот, в принципе, и все, что мы можем с вами найти. Хорошо. Дайте-ка я забегу вот сюда. Что здесь? Квасок. Отлично, забираем квасочек у нас. Так, я хочу выпить что-нибудь. А что ты, почему ты хочешь выпить, если у тебя... ну ладно, хорошо. Жажда у тебя, как говорится, уже подходит. Выпил, все, доволен. Я чувствую себя хорошо. Ладно, бинт мы нашли. А сюда нам не подняться, ребята, да? Выше. Жаль, жаль. Хорошо, я продвигаюсь дальше, ребятушки. Тут еще, я смотрю, один домик, машины. В чем суть? Мне нужно найти лодку, да, я так понимаю. Бинты.
Бинты, как я понял, у меня нет оружия дальнего боя. Нет свободных слотов. А вот это вот плохо, когда мы чем-то, ребята, с вами ограничены. Смотри-ка, огнестрельное оружие. Обычно его можно найти на военных объектах. А, я вижу, да, ребята, что-то тут у нас лежит. Ну-ка, это что такое? Разгрузочный жилет. Заберу, конечно же. Карабин М4. И теперь у вас есть оружие дальнего боя. Поэтому прицеливание будет выполняться автоматически. Использую эту кнопку для стрельбы. Так, вы можете перезарядить свое оружие, нажав эту кнопку. Если у вас есть подходящие боеприпасы, то они будут использованы. Переключайтесь между режимом ближнего боя и дальнего боя вот здесь. Я прекрасно все понял. Хорошо, значит, мы можем теперь стрелять. Ничего нету, ребята, а почему мы с вами дышим паром, а? Неужели на улице такой дубильник? Ну, в принципе, плюс 4 градуса, я не скажу, что, конечно же, тут жара такая обалденная. Ну, тихо, что такое? Водяной насос. Вы можете пить из него, а также наполнять свою флягу или бутылку водой. Слушайте, это у меня, что ли, обучение идет какое-то? Рюкзак я подобрал, ребята. О, так, больше я здесь ничего не могу, к сожалению. Так, колоночка. Так, 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 что там мы там сделали? Я отпил из водяного насоса. Понял я тебя, что ты отпил из водяного насоса. Так, смотрим, что здесь. Кое-что он нашел, и это у нас пипси. Наверное, хотели сказать пепси. Но пускай будет пипси. О! Так, тихо, тихо, тихо. Обалдеть, он стреляет автоматически в разные стороны. Куда попало, блин, но только не по зомбарям. Перезаряжаемся. Ага, вот как это все дело выглядит. Долго перезаряжается. Так, какой-то лес у нас тут густой. Что такое? Вы можете просто собирать ягоды с некоторых кустов. Просто посмотрите по сторонам. Ну, я вижу, вот они кусты. Что тут мудрить? Ну? Все, что ли? Собрали ягоды? Ладно, отлично. Бежим с вами тогда далее. Ох ты, а это что такое у нас? Пока вы продолжаете выживать и убивать врагов, вы получаете очки опыта, которые позволяют разблокировать вам умения. Хорошо, давай посмотрим. Так, умение статистика. Красный. Снижает потерю крови, когда у игрока кровотечение или когда он болен. Нужно 200 очков. Так, а у меня 300 очков, да? Хорошо. Разведчик, вы можете обнаружить выживших врагов с большего расстояния. Нужно 200 очков, понятно. Спринтер увеличивает скорость на 10%. Снайпер увеличивает шанс попадания в голову при использовании оружия дальнего боя. Блокировщик увеличивает шанс блокирования атаки противника в рукопашной схватке. Черт его знает, что тут надо... Снеговик. Холодностойкость увеличивается на 20%, блин. Снеговик, да? Милый дом. Пребывание внутри здания дает на 50% больше тепла. Нужно 200 очков. Короче, скорость регенерации удваивается, если ваша кровь падает ниже. Блин, ну и что? Ну вот что мне может пригодиться? При кровотечении, да? Или когда он болен? Ну давай вот это выучим, ребят. Хрен с ним, блин. Правильно, неправильно, не знаю. Так, а как мне закрыть это все дело-то? А, вот сюда, наверное, надо кликнуть. Да, отлично. Ну что же, я смотрю, тут что-то опять лежит у нас. Давайте-ка я это все подберу. А, это шлем-горка. Шлем-горка, ребята. И пожарный топор. Так, в машине что, ничего нет у нас? Тут, к сожалению, пусто все. Вышка. На вышку мы не сможем залезть, да? Нет, она, видимо, здесь просто так, для красоты. А вот, ребята, и лодочка. Отремонтируйте эту лодку с помощью дров, чтобы двигаться дальше. Срубите любое дерево топором, чтобы получить дрова. Спасибо, все понятно. Как раз у меня есть топор. Подожди-ка, переключаемся. Секунду. А как я должен срубить деревья? Вот этот вопрос, конечно, мне очень интересен. А, вот. И я хочу съесть что-нибудь. Ладно, давай посмотрим, что у нас есть. Ты, наверное, очень голодный. Кстати, у нас рюкзачок появился. Ну, я думаю, что... Что это такое? Рис.
или клюкву? Блин, рис, он же, блин, не вареный даже, еще не шиша. Так, это что это? О, тушенка. Поешь тушеночки. Во, чувствует он себя хорошо, просто замечательно. Ладно, а мы рубим с вами дрова. Так, все? Ребят, меня там что, убило, что ли? Завалило деревом или мне кажется? Странно, ребят, почему-то у меня перестали работать кнопки бега, которые я только что выставлял. Опять только так бегать. Странно, интересно. Ладно, ребята, секундочку. Вроде бы сохранился, вроде бы должно работать. Да, все работает, все отлично. Так, давай-ка вот это еще дерево срубим. Ага. Нет свободных слотов. Хорошо, нам нужно также чинить эту лодку. Вы можете отремонтировать эту лодку с помощью дров, которые у вас есть. Или, конечно, ремонтировать, ребят. Эй, это кто такие? Я мирный. Хорошо. Спасибо, что отремонтировал лодочку для нас. Оу. Добро пожаловать в мини DayZ. Так и должно быть, ребята, да? Эй, блин, охренеть. Ну что же, начинаем, ребята. Так, контент, я не знаю, что такое контент. Персонажи, оружие. Это, видимо, описание. Нет, это не описание, далеко. Это у нас выбор выжившего. Ну, давайте возьмем. Начальная экипировка. Джинсы, футболка, умений открытых нету. Тут надо... Понятно, давай выберем. Текущие. Ну я выбрал, ё-моё, что тебе еще? Иди ты в баню, давай вот так вот начнем. Новая игра, выживание или особая игра? Ну, давай выживание. Новичок, опытный ветеран и так далее. Давай новичок, потому что я только начинаю, ребят. Я не знаю, что здесь нас вообще ожидает и что здесь нужно нам делать. Так, какое-то задание мы с вами получаем. Местная карта. Карта руководства. Так, ну это понятно. Крафтинг, тут значит есть крафт у нас еще, да? Вам понадобятся ресурсы для создания предметов. Вы можете найти или собрать их. Хорошо, и задание. Заданий на данный момент вообще никаких нету. Так, ладно. У нас вообще хоть что-нибудь есть? Ну-ка, где у меня рюкзак-то? Нет, у нас только футболки и джинсы. Все, ребята, больше ни хренашечки нету. Так, а вот это что такое? Припасы будут сброшены после видеорекламы. Не надо мне никакой видеорекламы, по крайней мере, в данный момент. Так, где тут у нас карта-то эта? Карта мне нужна. Так, вот карта. Хм. Ну ладно, домики так домики, побежали к ним. Погоди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я сказал тебе, куда бежишь, гад? За мной прям бежит. Смотри, смотри, что делает тварь. Он меня кусает. Блин, по-моему, пора ему навалять этому сукиному сыну, а? Я его бомблю хоть вообще? Да, я его забомбил. Сопляжу я таки, а? Ты посмотри. О, как тут все опасно-то, ребята. У меня еще и кровотечение. Я теряю кровь. Блин, мне опять придется рвать мою футболку в клочья. Да, если мы хотим выжить, нам придется это делать, ребят. Так, все вроде бы отлично. Он себя чувствует хорошо. О, ягодки, ребят, я вижу ягодки, я буду собирать. Я не могу понять. Здесь игрулька-выживулька, да? Нам нужно выживать. Как я могу понять, да? И в то же время нас в любой момент могут убить, накрыть, отравить, съесть. Все, что хотите. Дай-ка я посмотрю, что в машине есть. Эх, ничего нету. Видимо, уже все там обшмонали. Я хоть в каком направлении иду? Давайте-ка глянем. Мне нужна карта. Карта вот здесь вот. Непонятно, в каком я направлении иду. Но мне нужен хотя бы какой-нибудь домик, ребята, чтобы я мог в него зайти и глянуть что-нибудь хорошенькое для себя. Ну что это за дела? Я сейчас вообще бегаю в одних джинсах, без футболки, без всего. На улице минус 2 градуса. Я потихоньку начинаю замерзать.
Мне хочется также пить. Мне хочется также есть. Мне хочется вообще жить, ребята. Трупы. Очень много трупов. Мне это не нравится. Я хочу есть, я хочу пить. Я знаю, что хочешь. Так, давай мы посмотрим, может быть, здесь что-нибудь найдем. Что там нашли? Консервированные какой-то. Бобы. Обязательно съедим. Все. Хоть где-то нам повезло, ребята. Хоть где-то. Блин, ну то, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это кто? Это кто? Вот это кто такой? Я, ребят, честно говоря, не знаю, кто это такой. Похож... Блин, ты посмотри, тут везде зомби, ребят. Да какого ж лешего-то? Я могу хоть что-нибудь там скрафтить себе или сделать. Я могу только ягодки здесь пособирать. Поэтому буду собирать, ребят. А что, ничего зазорного в этом нету. Да, буду собирать ягодки. И мало того, что я буду собирать, я еще буду кушать. Да. Заодно и сытость прибавляется. И, как говорится, эту жажду утоляем. Так, погоди-ка, я что-то слышу, ребята. Я слышу стрельбу. И где же это происходит дело? Черт, я чувствую, я сейчас здесь... Ой, смотрите-ка, олень. Черт бы его побрал, олень этот. Стопудово нельзя его подбить. А вот это кто такой? Вот это вот кто? Я не знаю, тут под каждым кустом меня кто-то... Ой-ой-ой-ой, ребята. Надо быть предельно аккуратно. Платье. Зашибись, давай возьмем платье. А что, выживаем как могем? Да, ребята? А здесь что-нибудь есть такое? Сигнальная шашка. Слушайте, а зачем мне сигнальная шашка? Ну, мало ли там я, да? Захочу кого-нибудь вызвать на помощь. Дайте ко мне в багажнике. Так, что он нашел? Футболку. Естественно, ребят, я лучше буду бегать в футболке. Опять сигнальная шашка. Так, вот это вот мне интересно, что она делает? Поджечь и бросить. И зажечь. Тихо, я слышу, опять где-то стрельба идет, ребят. Ой-ой-ой-ой, мародер, стопудово я вам говорю. Это мародерище там лазит. Так, что это такое? Апельсин. Это уже еда. Да какого ж хрена нету свободных слотов, а? Блин, давай съедать тогда вот эту вот ягодку. Все, молодец. Я надеюсь, ты апельсин сможешь теперь подобрать. Да, он уже подобрал его. А вот... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это что такое? Патроны. Да ядрёно ты вошь-то. А, патроны-то мне нужны. Я не знаю, ребята. Поджечь и бросить. Зажечь, просто зажечь. Что это нам дает? Ну вот, я зажег ее. Все, ребят, я понял. Это нам дает свет. И все равно нет свободных слотов. Тогда делаем так. Поджечь и бросить. Патроны мне нужнее, наверное. Получи. С кем он там воюет? Лишь бы, блин, меня, ребят, не заметил. Иначе крантарики, чувствую, будут. Так, пошел дождик. На улице минус 1 градус. Я потихоньку замерзаю. Здоровье пока целенькое. Ой, не знаю, ребята, я не знаю. Так, там он тоже какой-то чувак стоит. Блин, он меня смущает. Бандана. На голове у меня появилось первое подобие шапки. В домик, если я зайду, никто меня не тронет, я надеюсь. Что это такое? Плащ. О. Слушайте, здесь есть статистика. Плащ 100%, хорошо. Он что-нибудь делает? Описание есть? Ага, тепло 9. Замечательно, ребята. Что это такое? А, это поджечь и бросить, это у нас сигнальное. Так, бандана 75%, патронов 15 штук. Все вроде бы хорошо, все замечательно, ребят. Так, я хочу вот в этот особняк зайти. Особняк тоже мне нашел, дом обычный. И что это такое? Неужели мясницкий нож? Это первое, ребята, оружие, которое у меня появилось. И бинтик. Бинтик, как всегда, на слотов нет, да? Что-то там опять хочешь пить? Блин, пить он хочет, ребят. Извините, а чем же? Ну, придется, наверное, съесть апельсины. Я надеюсь, чуть-чуть буквально, ребята, как говорится, утолил он жажду. Ну и ровным счетом это ничего не решает. У меня нет оружия дальнего боя. А зачем тебе оружие дальнего боя? Ты же хотя бы можешь просто драться или нет? В рукопашку-то, елки-палки, у тебя аж там... Я ж тебе...
А, взять как оружие. Вот оно как. А ну-ка. Да подожди, да что ж такое-то? Что ж ты не хочешь его... Странно. А вот это что такое? А, это у нас бинты. Ладно, дайте-ка я вот эту вот машину прошмонаю. Так-так-так, давай-ка проверим. Мы нашли спрайт. Вот, как раз, ребята, это хорошо. Нам нужно попить водички. Ты будешь пить-то? Во. Выпить. Сколько? Отлично. Немножко жажды себе опять утолили. Так, что у нас здесь? ПМ. ПМ. Это у нас, по-моему, оружие. А ну-ка се. Че, без патронов, что ли? Зарядить в пистолет. Не помещается. Охренеть, ребята. Ну, просто не помещается. Стрелять-то мы можем? Магазин пуст, блин, да что ж ты. Прям нет слов у меня, ребята. Прям нет слов, а. Так, давай в багажнике, что там у тебя в багажнике? Что ты там нашел? Кое-что, спрайт, давай бери спрайт. Пока пить не будем, ребята, оставь. Тихо, 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 тихо. А ну-ка, подожди-ка. Угу. Так, если я вот к этой машине подойду потихонечку. Есть багажник здесь? Здесь есть, ребят. Но там, к сожалению, ничего нету. Слушайте, меня вот знаете, что смущает? Как же мне взять нож в руки? И чтоб я бегал с ножом. Черт, куда-то я не туда иду, ребята. Мне не нравится идти в этом направлении. Я пойду, наверное, по дорожке. Хоть это и опасно. А может быть, давайте с вами вот этот вот, вот груз получим. Ну да, придется рекламу посмотреть. Ага, вот и товар как раз прилетел. Давай-ка смотреть, что... Что? Нота-кола какая-то. Блин, да ты задолбался с вами, нет свободных слотов. Нота-кола, ребята, надо выпивать спрайт. Да, чтобы взять нота-колу. Но, по крайней мере, у нас полностью забито питье, жажда. Так, мне не нравится этот чмошник, я его обойду стороной, надеюсь, обойду. Так, смотрите, фура. Что там пшикнуло, мне показалось? Нет? Фура, 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 ребята. Чертова фура, она не активна ни хрена. Смотрите, автобус. А в автобусе там что такое, лежит или... Или мне кажется? Нет, по-моему, там что-то лежит. Мотоциклетный шлем. Фух. Ясен перец, ребята, он круче будет, чем это какая-то вонючая сраная бандана. Так, мы с вами заходим в жилые, наверное... Рубашка. Не, рубашка не пойдет, ребят. Рубашка это ерунда. У меня самый смак сейчас. Так, мы нашли с вами в багажнике что? Опять пипси, блин. Да и ладно, и пускай она валяется, пипси это. Так, а что у нас здесь? Во, во, ребят, вот тушеночка. Тушеночка обязательно нам нужна. Блин, придется выпивать пипси, как ни крути. И брать тушенку и, естественно, сразу же ее съедать. Да. Все, я сытый, я, как говорится, не нуждаюсь в питье, но баночку пипси я все равно подберу. Дайте-ка я попробую. Надо быть очень аккуратным, ребята, потому что действительно очень страшно играть. О, тихо, 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 я вижу, 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 вижу что-то. Разводной ключ. Оу. Так, надо нам посмотреть по статистике, ребята, что такое разводной ключ. Ну, 50%. А больше ничего не написано. Как им бомбить тоже не написано. И сколько у него ударная мощь. Хорошо, фиг с ним, ребят. А это что у нас такое? Это помидор. И это толстовка. Так, хорошо, глянем толстовка. Насколько она дает нам плюс 1,25 тепла. Хорошо, давай возьмем с вами плащ. Сравним, сколько он дает нам. Тепло 9. Ну, получается, что... Черт его знает. Наверное, я думаю, что плащ все-таки круче. Да? Так ведь должно быть. Помидор, помидор. Помидор мне, ребята, нужен в обязательном порядке. Поэтому я выпью и лучше возьму, наверное, помидор. Слушайте, а как мне делать... Сделать, чтобы у меня было больше ячеек? Наверное, нужно где-то найти рюкзак.
дополнительный, да? А написали, что здесь есть крафт. А где этот крафт? Я кое-что нашел в багажнике. Что-то там опять нашел, еще один помидор. Как нам крафтить? Из чего крафтить? А самое главное, что? Спортивная куртка. Ну-ка, давай сравним спортивную куртку. Тепло 1. Бред. У меня на плаще и то плюс 9. Давай-ка вот сюда зайдем. Джинсуха. Так, смотрим. По-моему, 2 и 5. Они, наверное, абсолютно одинаковые, да? Так, ага. Мои джинсы будут даже получше. Получше в плане того, что у них побольше, как говорится, целостности. Но, как видим, согревают они немножко хуже. И здесь мы, по-моему, с вами были. Очень интересно. Заданий до сих пор... Подожди, заданий до сих пор еще никаких нету, да? Нету. Так, и значит, что же нам делать? Я здесь обижал. Надо... Куда идти-то? Тут какой-то мегаполис у нас охрененный. Вражин тут целая куча. Везде они ходят, кружат. Я с разводным ключом с этим бегаю. Хорошо, давай, что это за вышка у нас такая? Посмотрим. Ничего абсолютно не могу с ней сделать. А значит, для того, чтобы рубить деревья, да, нам нужен топор. Я ключом, естественно, здесь ниши... Тихо, подожди, ёпарасете! Завалил, да, я эту шавку? Ух! Нормулька, хотя бы так. Откуда она взялась, вообще я ума не приложу. Так, тут у нас... А, маленькое озерцо. Все, я понял, мы его обежим. Вот так. Слушайте, а в чем вообще суть? Суть вообще этой игры в целом? М? Кто мне скажет? Завалить тут всех? Ну это, наверное, чеканешь тут всех. Что такое? Что? Что это такое? Я не пойму. Что-то заиграло, что-то отыграло. А что? Тихо, не надо подходить там ко мне. Задание, может, какое-то, нет? Нет. Странно. А что ж тогда там? Эй! Он меня, ребята, заметил все-таки, сопляк, а? Ты смотри, он меня видит, ребята, он меня видит. И он от меня не отстает, паразит. Слушайте, нафиг, давайте его оббежим вот так как-нибудь бочком. Я хочу что-нибудь съесть. Блин, ну хорошо, съешь помидор. Можно посадить его было? Так, помидор съел, и, кстати, я скажу, что голода не очень много мы с вами убрали. Так, пока здесь никого нет, надеюсь, можно вот здесь вот посмотреть что-нибудь. Хрен, тут ничего нет абсолютно. Голяк, ну-ка давай багажник. В багажнике тоже болт. Тихо, 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 это, ребята, это зомби. Это зомби у нас. Блин, они злобные. Шутить не будут, я так понимаю, да? Патроны нашли мы. Кстати, патроны, я надеюсь, хоть... Тихо, подожди, 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 подожди. Патроны эти, интересно, подойдут нам. Бежит, 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 бежит. Нет, 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 не надо. Вон, съешьте лучше зомбаря. Съешьте зомбаря, пожалуйста. Тут еще один, блин. Ты посмотри, апсина от меня не отстает, ребята. Чувствую, придется с ней драться. Давай, давай, отлично. Крит на 60, мы ее подбили. Вот так вот, ребятушки. А вы думали, так, что такое 119? Это, я так понимаю, наверное, мое здоровье, да? Да ядрёна вошь, ладно. Так, иди сюда. Круто, я их забомбил. Мне понравилось. Так, давайте-ка в школу зайдем. Что здесь такое? Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Я хочу что-нибудь съесть, да я понимаю. Во, вот тебе еда. Блин, опять нет свободных слотов. Да что ж у нас там занято? Зарядить пистолет, подойдут? Есть, ребята, 8 патрончиков. Хорошо, это все замечательно. Блин, ну давай тогда вот так вот съедим банан.
Все равно это фигня, ребята. Это все лажа полная, потому что мы как были голодными, так голодными и остались. Но, по крайней мере, у меня уже есть пистолетик. И это очень хорошо. Это найса просто-напросто. Я слышу стрельбу. Сейчас, ребята, нужно найти какое-нибудь хорошее местечко, где можно очень классно поживиться. Вот, например, здесь тушенку мы нашли. Естественно, ребята, я ее сразу съедаю. Блин, а как же мне с вами сделать сумку? Наверное, можно ее как-то и скрафтить, по идее, да? Ну, я имею в виду в плане того, что ее можно как-то самому сделать. Так, что ты нашел в этом багажнике? Спрайт. Хорошо, блин, спрайт. Теперь давай пить. Мы так с вами и будем, по-моему, ребята. Что-то найдем, сразу это съедим или выпьем. Ничего у нас в запасе, как говорится, и не будет. Так, это что у нас? Опять какой-то шлем. И как узнать? Тепло 1,5, броня 3. Тепло 1,5. Так, а здесь смотрим. Так, этот лучший у нас шлемак. Поэтому мы его оставляем. Рис. Мы нашли с вами рис. Опять же, блин, не хватает ни хрена. Давай вот так вот сделаем. Я не знаю, для чего эти ребята патроны такого мощного калибра. Слушай, они нам пригодятся потом. Блин, я не знаю, что делать. Бинты нам тоже пригодятся. Короче, я сигнальные шашки, ребята, выкидываю. Возможно, я это сделаю очень зря. С наступлением ночи я буду тут, наверное, ни хрена не видеть. Так, это что, платье? Да пошли вы в задницу со своими платьями. Где? Где? Кто? Что? Ну-ка, дай-ка стрельну я. Так, подожди, ты будешь стрелять? Да ядрёного ж! Вот чего бы я не подумал, так это то, что он так будет жестко косить. Меткость однозначно тут. Ага, смотри, смотри. Так, ну-ка. Пробуем, ребята. РСТ. Накликал, да? Накликал я себе виду. Ну, яблочко-то мы однозначно с вами сейчас съедим. Вот так вот это придется делать все. За то, что я их подбиваю. У меня хоть что-нибудь там, опыт или что-нибудь там растет, интересно, или нет? Не знаю. Так, ну я слышу. Тихо, 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 тихо. Что там? Кто там? Что там? Псих какой-то бегает, а? Нафиг, подальше от него уйдем. Ягоды. Ну, естественно, сейчас он запоет, что мне некуда ложить их. Мы, естественно, вот так вот с вами сделаем, съедим. Да. Сытость, по крайней мере, у нас по полной программе. И, кстати, жажда тоже, в принципе. Давайте смотреть в гаражах, что это такое. Спортивные штаны. Круче они или нет, а? Так, джинсы у нас. Тепло 3,55. А спортивные штаны? Естественно, джинсы, ребят, оставляем. Че тут? К бабке не ходи. Так, здесь пусто, ничего нету. Здесь тоже пусто. Так, кого-то там уже видим. Обойдем-ка его нафиг стороной. Нож, понятно, нож пока нам не нужен. А вот бананчик-то пригодится потом как-нибудь. Пока мы не нуждаемся в них. Опа, опа, опачки, ребят, смотрите. Тут целая группировка. Слушайте, это мирные или... Слушайте, я думаю, враги, потому что на них наводится прицел. Я сомневаюсь, что на друзей бы так делалось бы. Так, охотничий нож. Свитер. Понятно, это, конечно, все хорошо. Свитер, это все замечательно. Ребят, немножко пугает меня то, что я бегаю без определенной... Что такое было сейчас? Без определенной цели. Черт, что такое?
Что такое? Быстрее сюда! Погоди, 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 что тут? Они вернулись, что ли? Так, что это тут за значок такой? Странный какой-то значок. Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Ага, у меня появилось одно очко опыта. Так, значит, давайте, ребята, его куда-нибудь так, потратим. Куда потратить-то его, я даже не знаю. Увеличивает шанс найти добычу в багажнике машин. Да, хочу, ребята, такое. Потому что машин, как мы заметили, до хрена. А чтобы там что-то полезного было, ни хрена нету. Так, ну-ка дай-ка я сюда загляну. Что это у нас? Цукини, цукини, да? И придется кушать этот цукини, ребят. Потому что голод уже опять подкрадывается к нам. Главное посадить. А где я должен это все дело сажать? Вот же в чем вопрос. Посадить главное. Так, ну-ка. Так, что мы там нашли? Рис. По-моему, у нас с вами уже есть одна пачка риса, да. Так, что это у нас? Мы можем сюда зайти. Ну, давайте зайдем. И тут видим веревка. И спортивные штаны. Блин, а зачем веревка нам? В конце концов, мне ну... Черт, мне вот эти вот ребята совсем не нравятся, которые тут шоркаются что-то на пустом месте. Так, где карта? Пойдем вот сюда сбегаем. Тут заодно ягоды, но они нам, в принципе, сейчас не нужны. Вот машины я как раз хочу пошмонать. Так, скотч. Блин, вот чует моя задница, ребята, что это нужно для крафта все. Скотч там и еще что-нибудь. Патроны 22-го калибра. Для чего? Для какой-то винтовки, ребята, которой у меня нету. Так, патроны 12-го калибра. Хрен, как говорится, нам нарыло. Опа! Тихо, вот это уже приятная вещичка. Какой калибр? ИШ-43. ИШ-43. Зарядить. Не помещается. Так, извлечь. Что извлечь? Зарядить в основной, зарядить в пистолет. Нет, не получается. И сюда тоже не получается. Зарядить в основное. В пистолет. Все, в пистолет мы с вами зарядили. Патрон 12 калибра. Ну-ка глянем. Слушайте, они похожи как раз вот сюда вот. Да, отлично. Двухстволка получается, да, ребята? Потому что два патрона всего лишь у нее. Угу. Так, и мы можем с вами вот так вот сделать это дело. Ну, согласитесь, что я уже хоть как-то вооружен. И это нормуль. Так, вот как раз мы подходим с вами к деревушке какой-то. Ну-ка посмотрим, кто здесь. Пока тишина. У нас опять, ребята, питье. Пить мы с вами хотим. Да ё-моё, вот здесь багажник. Так, ничего нету. А здесь, по-моему, тоже ничего нету. Кто-то уже здесь поработал, я так понимаю, да? Опять куча гаражей. Так, я нашел кое-что в этом багажнике. Ну, я понял, что ты взял лом. Тут не шиша. Там какой-то хмырь. Зомби, не зомби. Зомби, по-моему, да? Что здесь? Патроны. Дай-ка я попробую, ребята, накумарить его. Получится или нет? Вот мы концентрируемся. Ой! Тихо-тихо-тихо. Отлично. Плащ. Вот так мы сделаем. А это что у нас? Консервированные бобы. Плащ-то крутой. 4,5 тепла. А вот этот, который валяется, 9. Так, конечно, я буду в этом, в 9 ходить, блин. Черт, ну почему ни одного задания-то нет у меня, а?
Слушайте, я, знаете, что думаю, ребят, пойду-ка я накумарю тех щеглов. Так, по-моему, ночка наступает, да? Ночка же наступает, ёба, РСТ. Ой-ой-ой-ой-ой, ночка наступает, ребята, я хочу что-нибудь выпить. Я бы сейчас сам бы с удовольствием что-нибудь выпил бы. Но нету, к сожалению. Хочу попробовать сходить к тем уругвайским бомжарам, которые там стоят, и накумарить их. Крафтинг. Ну, если не получится, ребят, то извиняйте. Ой, как тут темно-то стало, ребята. Я пить хочу, просто ужас как. Я и есть он хочет, и пить он хочет. Ой, да тут вообще тема несусветная. Так, съесть. Сколько тебе? О, здоровье полностью, а вот с питьем, ребят, проблема. И еще какая проблема? А самая большая проблема, что я ни хрена уже не вижу, что происходит здесь, ребят. Что? Что это за звуки, черт подери? Хорош меня шугать тут, а? Так, совсем немножко осталось добежать нам. Время час ночи. Я бегу тут хрен знает куда, и хрен знает что. Они? По-моему, они, ребята, тут стоят. Или это зомби? Не пойму ни хера. Знаешь, что волки воют везде. Так, вот, ребята, что значит выкинуть сигнальные ракеты, которые бы сейчас здесь очень сильно бы нам пригодились. Да я понял, что ты хочешь выпить. Если бы было бы что-нибудь, я бы с удовольствием бы тебе дал бы. Но нету ничего, видишь. Хожу, ищу, пытаюсь что-нибудь найти. Но темень несусветная, ничегошеньки не видно. И, наверное, скорее всего, нету ничего. Так, если я вот этого шваркну, что будет? Смогу ли я его? Я его подбил, ребята. С выстрела. Там какой-то чувак ползает без ноги. Там ползает какой-то хмырь без ноги. Но это зомбарь однозначно. Еще и дождь пошел до кучи. Так, а здесь у нас что? Здесь ничего нету. Светлеет или мне кажется, ребята? Какой там нафиг светлеет? 2 часа ночи. Светлеет, а? Так, ну-ка по карте посмотрим, ребята. Можно вот сюда еще попробовать сбегать. Мы там с вами еще однозначно не были. Лишь бы по пути нам тут не встретились какие-нибудь охламоны. Как это боеприпасы закончились? Как это боеприпасы закончились на пистолете? Ты, блин, меня не пугай. Там еще 7 патронов у нас. Я хочу... Ой, да-да-да, я же про выпить забыл, ребята. Добежим ли мы, блин? А то сейчас я... Так, а что это у нас? Здоровье тратится? По-моему, мы сейчас, ребята, с вами отдуплимся. Дайте мне что-нибудь найти. Так, танк вижу какой-то. В багажнике ничего нет. Естественно, ребята, в багажнике ничего нету. Я умираю от жажды. Нет. Держись. Что это такое? Тряпки, блин. Тряпки мне не нужны. Вот честно говорю, тряпки это все... Да дайте мне хоть что-нибудь-то, а! Что это за фигня такая, я не могу понять. Отравление, что ли, на нас висит какое-то. Честно говоря, мне уже посрать на этих зомбарей. Ой. Ну-ка, дай-ка я забегу сюда. Что это такое? Патроны, блин. А это, вот это что-то. О, апельсин, ребята, хоть что-то мы нашли с вами какой-то... Замухрышинский апельсин. Естественно, будем его употреблять. Ну, отлично. Чуть-чуть подправили себе здоровье. Но это не решает наших проблем. И волки эти меня смущают, дикари. Смотрите, циркушка. Так, давай-ка вот сюда сбегаем. Кепка. Иди ты в баню, кепка мне не нужна. Она стопудово хуже, чем... Шлемак. Так, давай обшмонаем. Кепка, да идите вы в баню с своими кепками.
Церквушка. Что здесь у нас? Теплая шапка. Ковбойская шляпа. Так, смотрим, ребята. Тепло. 1,89, броня 3. 1,89,3. Понятно. Забираем обратно шлем мотоциклетный. И уже опять мы начинаем умирать от жажды. Блин, да что ж такое-то, а? Как ты, блин, можешь умирать от жажды, если тут нафиг... Вон, вода, пей. Нет, не хочет пить, ребят. Лучше умрет, блин... Лучше он умрет от жажды, чем будет пить, как говорится, из этой, из озера. Так, ну-ка давай сюда зайдем, посмотрим. Что такое? Сварочная маска. Это, конечно, забавно. Так, в этом багажнике что-то нашел. Что? Помидор. Блин, ну давай хотя бы помидор слопаем по-быренькому. Съел, да? Так, бинты. Перевязаться. Я не истекаю кровью. Я хотел, ребята, думал, здоровье себе подправить. Ага, подправил. Так, что тут у нас? Тряпки. Все это хорошо. Тряпки, херапки. О, костер горит. Для меня, что ли? Плюс 7, плюс 22. Я хочу что-нибудь съесть. Слушай, ты меня достал. Вот если честно, наверху есть еще домик. И вон там, кстати, есть еще одно поселение, ребят. Фу-фу-фу. Вроде бы как бы тепла мы с вами набрались. Давай-ка вот сюда посмотрим. Что тут у нас? Так, веревка. Туристическая палатка. Установить. Нет, нам пока, наверное, не нужно ее устанавливать. Для чего? Пока не надо, ребята, оставим. Так. Эй-эй-эй-эй-эй. Воу. Так, мне пришлось так сделать, ребята. Ой, как очень мало здоровья, ребята. И пить, и есть хочем. Так, практически добежал до населенного пункта. Тут какие-то ковбои бегают, я не знаю, кто это такие. Кирка вон там лежит. Ой, как боюсь, что мы сейчас с вами плохо закончим, ребята. Что это? Тушенка! Не может быть. Не может быть, ребята, это тушенка. Я должен ее слопать обязательно, в обязательном порядке. Есть, сытость хотя бы немножко есть. Ну, блин. Сытость-то есть, а жажда-то до сих пор мучает нас. Эх. Что такое? Понятно. Наступило утро. Спортивные штаны. В жопу засуньте себе эти штаны спортивные. Слушай, ребят, это, по-моему, мирные. Это мирные. Привет. Наша группа ищет следующие предметы. Рис. В качестве вознаграждения ты получишь квас. Дай пожрать мне. Цукини, блин. Сигнальная шашка. Цукини, цукини, цукини. Срочно едим. Ой, блин. У меня очень, ребята, мало здоровья. Очень мало. Я, наверное, тут сейчас бумаги. Зачем бумаги? Жаль, очень жаль, конечно, тут погибнуть на пустом, ребята, месте. Не в бою, не где-нибудь, а просто от того, что крякнем. До сюда я навряд ли бегу. И ягодок я тоже не найду здесь. Ну, зайчики бегают. Смотрите, влаги немного у нас как бы есть. Ну где ягоды? Хоть ягоды дайте мне. Ничего нет абсолютно. Так, здесь-то у нас что-нибудь найдется.
Теплая шапка, идите в баню со своей шапкой. Так, это кто у нас? Это зомби, ребята, вижу. По ихнему идиотскому походону. Так, смотрим. Совсем капелька нам осталась, ребята, да. Ты посмотри, посмотри. Что такое? Вы вот-вот умрете. Единственный шанс продолжить игру — использовать адреналин после просмотра рекламного видео. Ну и... Адреналин помог... О, кстати, вижу винтовку, ребята. Вижу винтовку. Только зачем она мне сейчас нужна будет, если я вот-вот отдуплюсь? Оу. А патроны? Патроны-то, блин, не... И смысл мне от этой винтовки? Блин, да что ж такое, а? Так, волк, волк бежит. Вы что, серьезно, что ли? Ядрить тебя на корень. Он умирает от жажды. Он вообще у меня уже мертвец, ребята, ходячий. По-моему, все. Приплыли. Финита ля комедия называется. Вы умерли. Сложность новичок. Ну что ж, ребята, вот как-то так у нас с вами выглядит эта игра. Тут, конечно, нужно разбираться. Я больше уверен, что здесь есть какой-то крафт. Если бы я раньше знал, что герои со звездочкой над головой дают задание, то, возможно, у нас как-то немножко по-другому здесь все дело обошлось. Ну, а так... Будем, пожалуй, завершать. Надеюсь, вам понравилось. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых видосиков.